Всем привет, дорогие друзья. Точнее, доброе утро. Доброе утро в Турции, в Кемере. В этом выпуске мы походим и посмотрим отель, который называется Seven Seas Hotel Life Кемер. Это достаточно большая территория, это, соответственно, хорошие номера. В общем, как и что вам судить, прямо сейчас мы отправимся по территории отеля, по номерам, и вместе с вами посмотрим, как же здесь все выглядит. В этом обзоре, к сожалению, не будет дрона, потому что мой дрон потерялся, но я думаю, вы и так поймете очень многое. Отель Seven Seas Hotel Life находится всего в 9 километрах от центра Кемера в деревушке Гёнок. Ну что, друзья, первым делом давайте пройдемся по территории. Естественно, отель находится на первой линии. К сожалению, еще не все заполнено, да, бассейн еще, как видите, готовится. Ну, вот сейчас вам поближе покажу. Как и говорил, к сожалению, сегодня я без дрона. Это, наверное, очень грустно, но тем не менее я постараюсь по максимуму все показать, рассказать и объяснить. Вот так у нас выглядит отель, территория, бассейны, их несколько штук здесь. И сейчас с вами выйдем к пляжу, чтобы посмотреть все-таки, какой здесь пляж, как он выглядит, камень, галька. Это песок? Это самый такой распространенный вопрос. Поэтому сейчас на этот вопрос, конечно же, я вам отвечу. Мы с вами вышли на пляж. Пляж здесь песчаный. Ну, маленько, совсем чуть-чуть. Как видите, галечка просвечивает, но тем не менее пляж песчаный. Здесь вот стоят такие навесы. Я смотрю, здесь все еще будут разравнивать. Вот не пугайтесь этим видом, конечно. Я понимаю, что хочется приехать сразу в красивую картинку, но вот, к сожалению, перед началом сезона я как раз вижу, как все подготавливается. Вот, например, видите, экскаватор специально завезли песок, его здесь насыпают и разравнивают, потому что все-таки в Турции в основном присутствует галька, и песок, естественно, весь завозной. Смотрите, позади нас отель, сразу мы выходим к первой линии. Здесь песок, будет его еще больше, все разровняют. Здесь позади натянут, соответственно, шатры, поставят шезлонги. В общем, все, вход достаточно пологий, но камушки, как говорится, они все равно здесь присутствуют. Вот. Море чистое, ну, здесь даже, наверное, думаю, это не обсуждается. Море, как бы, оно средиземное, везде чистое, и грязи редко когда бывает. Единственное, что если песок поднимает, и оно становится мутным. Ну и, соответственно, безусловно, у нас здесь вид на горы. Зелень, пляж. Да, наверное, отель сейчас не совсем презентабельный, но, тем не менее, я думаю, свою общую картинку какую-то уже примерно можно сложить, что он на первой линии находится, да, что все близко, ухаживают за пляжем. И сейчас с вами отправимся, посмотрим номера. Насчет питания тоже, конечно, не уверен, потому что отель еще не работает, еще не запустился. Но я скажу так, что уже рассказали, что питание присутствует достаточно в большом количестве, разнообразно, в том числе детское питание есть. То есть все для детей, семейного отдыха здесь располагает. Здесь, естественно, будут все проходить анимационные программы всевозможные. На самом деле, никаких глобальных ограничений они сказали не будет. Значит, пенных вечеринок стали еще под вопросом, но все возможные развлекательные программы, они, естественно, будут. Здесь у нас такой пул-бар, бассейн. Соответственно, можно вечером отдыхать. Взрослые могут купаться, также есть детские бассейны. Ну, в общем, зеленая, хорошая, уютная территория. Не гигантская, но вполне достойная. Цены можно все будет посмотреть на данный отель ниже под этим видео, есть ссылочка. И, соответственно, там же можно отправить заявку на бронирование, замечу, без комиссии туристического агентства. Ну, а мы с вами идем в номера. Сейчас я вам покажу стандартный номер. В стандартном номере, как видите, две кровати есть. Одна большая, king size, двухспальная, и отдельно дополнительное место. Кресло, столик, все, в общем-то, принадлежности, как вы видите, есть чайник, кружечки, водичка, телевизор, холодильник. В общем, все как обычно есть. Также здесь есть, конечно же, балкон, на который можно выйти прогуляться. Ну и, соответственно, сушилка, как обычно. Ведь здесь боковой на море, территория, птички поют. Давайте еще покажу вам семейный номер и пойдем дальше. Уборная, то есть все принадлежности есть. Душевая кабина, а не ванна. Ну и, друзья, для тех, кто хочет побольше номер, это номер семейный. Многие отправляются в семьи, я знаю, мои туристы, и, соответственно, интересуют номера побольше. Смотрите, здесь также заходим в уборную, и здесь вот комната разделена на две такие части. То есть
скажем, большая родительская спальня с большой кроватью, king size, телевизор, все как обычно, и, соответственно, гостиная с диваном, который раскладывается. Здесь на что хочу обратить внимание, то что многие думают, что если будет семейный номер, будет каждому по спальному месту. Как видите, кровать как таковая одна, здесь диван, который можно разложить и застелить. Да, кому-то это удобно, но кто-то это иногда воспринимает совсем по-другому, что будет там две кровати там большие или еще плюс две раздельные, еще плюс гостиная. Ну, в основном семейные номера выглядят вот так. Ну, да, по просторности есть побольше, также есть балкон, как вы видите. Сейчас покажу вам. Также есть выход на балкон. Он здесь соединенный большой. Правда, вообще не функциональный никак. Но тем не менее, вот так же боковой вид на море. Вот так вот все выглядит. А, естественно, здесь также есть чай, кофе. В общем, все эти принадлежности, холодильник. В общем, все как обычно есть. Так что вот так. Здесь смотрите, какое решение по телевизору сделано. Можно развернуть, смотреть. Родителям можно отвернуть и показывать детям в зале, ну или самим смотреть. Ладно, отправляемся дальше. Смотрите, на территории отеля есть два корпуса. Один, скажем, старый. Вообще, кстати, постройка этого отеля 92 год. И реновация была 19-20 год. На самом деле, реновация в период пандемии в отелях практически во всех прошла. Все те, кто ожидают туристов, это как раз было самое время сделать реновацию, ремонт и так далее. Вот. Но, тем не менее, это у нас считается старый корпус, это у нас считается новый корпус. Если не ошибаюсь, резиденс называется. И сейчас мы тоже пойдем, посмотрим там номера, как они выглядят. Вот. Здесь, как видите, все идет полностью. Подготовка с 20 чисел апреля полностью начинается сезон в этом отеле, и соответственно запускаются продажи и приезжают сюда гости отдыхать. В общем, те, кто любит большие номера семейные, вот в этом новом корпусе есть как раз больше номер, то есть видите, здесь уже две большие, скажем, полутораспальные кровати, где можно разместиться комфортно. Есть вот такая тахта, естественно, здесь есть балкончик с выходом к саду. И этот номер идет Connect, то есть у него можно в одной комнате жить и пройти совершенно в другую. Сейчас мы с вами найдем выход. Теперь понятно. Смотрите, друзья, сейчас мы зашли в номер как раз к тем, кто любит большие номера с отдельными комнатами. Здесь можно сразу купить, скажем так, два номера, а здесь закрывается дверь, коридор, и мы вот заходим в одну его часть, можно закрыть дверь, и вторая часть семьи может ходить вот через такой коридор, заходим, ну, здесь, в принципе, все то же самое, плюсом еще здесь есть гигантская гардеробная, да, можно все вещи спокойно развешать, разложить и не гладить каждый день. Это, конечно, большое преимущество. Вот, и здесь тоже большой балкон, комната здесь немного побольше, также есть вот туалет, ванная, здесь большая двухспальная кровать, одна нераздельная, и, соответственно, вот такая тахта, диванчик. Выход на балкон здесь, телевизор, как видите, здесь выход на балкон, вот на такую зеленую лужайку. И сейчас давайте пойдем номер стандарт покажу, я думаю, он будет очень похож, но все равно нам нужно зайти посмотреть стандартный номер, который берет размещение как на двоих или на троих взрослых. Ну, могут еще ребенка разместить без предоставления доп. Места. Итак, вот он этот номер. Сами заходим, ну все то же самое, как вы видите, ванна, душ, гардеробная и вот такой номер. Здесь, соответственно, могут двое взрослых разместиться или трое взрослых, или трое взрослых и ребенок, но без предоставления дополнительного места. Также балкон, выход с видом на сад. Ну что, отправляемся дальше. И вот сейчас смотрите, как раз у нас после нового корпуса здесь есть вот такие семейные бунгало, максимальное размещение 4 человека. Насколько я понимаю, двухэтажно. Сейчас с вами зайдем, посмотрим. Итак, на первом этаже уборная. Здесь большая гостиная. Вот такая. Тоже вот балкончик есть. И на втором этаже спальня. Кстати, смотрите, такие дверки есть. Можно закрыться, чтобы дети не заходили на лестницу. Хорошее, кстати, решение. Потому что, когда ты приезжаешь с маленькими детьми, это, конечно, проблема. Итак, здесь у нас две комнаты. Скажем, родительская спальня, как вы видите, вот с такой большой кроватью. И еще одна спальня. Это уже можно для детей, ну или для взрослых, да, здесь размещение. Как можно сдвинуть в одну, так и отдельную. Также здесь есть балкончик. Вот это очень, да, все удобно, что везде есть балконы. Вот у нас выход опять с видом на сад. Так что, если кто-то хочет жить вообще отдельно, чтобы не было никаких соседей, как говорится, то это как раз тот самый вариант. И здесь
посредине душевая. В общем, такой, скажем, бунгало или небольшой таунхаус или коттедж, как угодно можно назвать, и здесь разместиться. Естественно, номера здесь будут чуть дороже, чем обычные стандартные, это надо понимать, и за этот комфорт нужно будет доплатить чуть больше денег. Продолжаем обзор территории, идем, отправляемся как раз мимо бассейнов с вами, все посмотрим. Птички поют, как видите. Тишина. По территории есть такие беседки, где можно отдохнуть. Там уже поставят, скорее всего, лежаки какие-то, не просто, но, конечно, такая будет. Не знаю, чем-то даже такое дерево напоминает тайский какой-то дизайн, да? Не знаю, мне так кажется, вот это дерево темное, да, тик напоминает. И что-то немножко азиатское, да, кажется. И еще у нас один корпус, вот здесь расположен такой, скажем, на внешний вид более простой, но здесь есть тоже семейные номера двухкомнатные. Сейчас с вами поднимемся, я покажу, как он выглядит. Здесь уже все чуть попроще, также уборная комната. В общем, все хорошо, единственное, немножко влажностью отдает, но так все чисто, видно, реновация делала, все. Скажем, покрасили, все чистенько убрано и так далее. И еще одна комната, в которой две раздельные кровати. Также есть балконы. В Турции вообще с этим, как говорится, проблем нет. Практически в каждых номерах есть балконы. Вот еще один номер, можно сказать, стандартный. Большая кровать king size. Ну, здесь на самом деле две вместе сдвинуты, но тем не менее, матрас один. Вот. И третье место. Также балкон-терраса. Своя с видом на сад. То есть, смотрите, газончики все заново засадили, все зелененькое. Так что пандемия в этом плане в какой-то степени даже помогла облагородить, улучшить территорию отеля спокойно и ненавязчиво, не мешая туристам отдыхать. Ну, естественно, как же может быть семейный отель? Скажем, он не только семейный, для любого формата, для любого возраста подходит. Здесь, конечно же, есть зона аквапарка, детская зона, детские клубы. То есть здесь вот можно зайти, в детской зоне поиграть. В общем, есть чем заняться детям. В общем, есть чем заняться детям как совсем маленьким, да, так и побольше. Горки, понятно, сын для малышей не пойдут, но там от 5 лет и выше, и старше, я думаю, вполне. Здесь же будет, ну, качели пока нет, да. К сожалению, здесь вот пока в таком состоянии маленький детский бассейн, его обязательно, конечно же, почистят, помоют, и все будет хорошо. Вот, детские клубы, там будет прохладненько, можно туда зайти, поиграть. Анимация на территории, здесь все это есть. Так что вот такой, скажем, хороший на первой линии, простой, уютненький отельчик без пафоса, но зато с наличием всей инфраструктуры, как для детей, так и для взрослых. Соответственно, там дальше еще сейчас пойду покажу, есть теннисный корт. Если кто-то захочет поиграть в теннис, пожалуйста. Вот так вот у нас здесь выглядит детский клуб. Здесь будут всевозможные, скажем, мастер-классы проходить. Видите, кидс-ресторан. Здесь даже... это не мастер-класс, здесь можно перекусить, да? Так что вот так, помимо, да, здесь можно покушать, да, будет кушать, да? Да, да. Понял. Вот. То есть там играют, здесь же кушают, да, или как? Угу. Или мастер-классы будут? Мастер-класс тоже. Да, мастер-класс, да. Ну вот, значит, я правильно угадал. Здесь и кушают, здесь и мастер-классы проводят в этой части. В общем, это полностью зона для детей. В принципе, вы их можете оставить с него постарше здесь и пойти там покупаться, позагорать, отдохнуть. Вот, как и говорил, у нас там для тенниса есть площадка, для футбола, для баскетбола. Так что активный отдых, пожалуйста, тоже. Оставляйте свои лайки, комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн.